Табакова упомянули, меня совершенно поразило, знаете что, что вы в одной из бесед рассказывали, что Табаков учил вас жесткости и сам был жестким человеком. Потому что для нас, для всех, Олег Табаков это такой кот, такой, да, вот из Простоквашино, такой мягкий. А вы говорили, что он был очень жесткий и заставлял вас увольнять людей и вообще садировать по полной. Было, но... было такое, не отпирайтесь. Это было еще при жизни Олега Павловича. Он даже в книжке своей написал, что Женька очень хороший, талантливый парень, но очень интеллигентный, но слишком уж такой мягкий. Я не назову Олега Павловича жестким человеком. Он потрясающий руководитель был, конечно. То есть все знают его как гениального артиста там, да, и так далее, и педагога, вырастившего таких, ну, что их перечислять, это все лучшие. Mm-hmm. Вот. Но он был потрясающий руководитель, и без такой жесткости это просто невозможно, потому что он руководил 15 лет МХАТом, 15, кажется, да? А это огромная машина, конечно, это огромный, за это тысячи человек, понимаете? А параллельно продолжал руководить табакеркой, а такое количество фондов или каких-то групп рабочих, в которые он входил. И, конечно, его очень не хватает в этом смысле, потому что это вот, когда я вспоминаю его, я сразу думаю о месте личности в истории. Мы сейчас... Нет уже такой фигуры. Мы сейчас, ой, а как бы помочь театрам? А как, что, а как объединиться? А вот что-то перезваниваемся, кто... Ты пойдешь, ты пойдешь. Он вообще не задавал этого вопроса. Он набирал номер, говорил, это, говорит, артист театра и кино Олег Табаков. Надо артистам, надо театрам помочь там, надо что-то, это, надо, и доставал, если не получалось это, ну, так сказать, с официальными лицами там, да, значит, понимал, что надо идти к каким-то частным людям там и так далее. Но это просто был человек, который брал на себя ответственность. Вот это то... за что опять ругаю молодых, но и в своем поколении вижу все меньше и меньше. А вот Табаков – это точно человек, у которого была позиция, и тот человек, который... Она, я мог с ней иногда не соглашаться, но у него точно была позиция, и он точно брал на себя ответственность.